Всем привет! Сегодня буду готовить рубленые котлеты из куриной грудки. Если вы еще такие не готовили, то настоятельно рекомендую приготовить. Не пожалеете, котлетки получаются сочными, нежными и безумно вкусными. Пошли готовить! Вначале замачиваем булку в молоке и отставляем в сторону. Булку лучше брать черствую, я беру две горбушки без корки. Котлеты готовятся как обычно, только мы не прокручиваем филе на мясорубке, а мелко-мелко нарезаем. Вначале моем куриную грудку, обсушиваем и нарезаем маленькими кусочками. Неважно, как вы будете резать, самое главное, чтобы кусочки были маленькие. Выкладываем порезанную грудку в глубокую миску. Мелко нарезаем репчатый лук и отправляем его в миску. Добавляем чеснок, пропущенный через пресс. 2 столовые ложки майонеза. Майонез и лук придаст сочности нашим котлетам. По вкусу солим. Перчим. Я еще добавлю немного паприки. Также можно добавить специи для курицы. И все тщательно перемешиваем. Готовое филе накрываем пленкой и ставим мариноваться в холодильник на 30 минут. Через полчаса достаем, добавляем одно яйцо и хорошо отжатую мякоть батона. Все тщательно перемешиваем, желательно руками, чтобы все наши ингредиенты, в том числе булка, хорошо перемешались с фаршем. С помощью столовой ложки выкладываем массу в панировочные сухари. Далее обваливаем с двух сторон и в руках формируем котлетку. На хорошо разогретую сковородку с растительным маслом выкладываем наши котлеты и обжариваем их с двух сторон до образования румяной корочки. Положение переключателя я ставлю на 5, то есть достаточно большой огонь. Дальше, после того, как перевернули мы их, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и доводим до готовности. Ну вот и все, наши сочные рубленые котлеты из куриной грудки готовы. Из указанного количества ингредиентов у меня получилось ровно 14 котлеток. И сейчас я вам покажу, как котлеты выглядят внутри. Насколько мы видим, они полностью готовы, прожарились внутри, белое сочное мясо. Очень вкусные, так что, друзья, обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Всем настоятельно рекомендую. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте. Я вам желаю приятного аппетита и всем пока!